Мина на кладбище. На страшную находку наткнулся водитель бульдозера, выполнявший земляные работы в Темиртау. ЧП вызвало переполох в силовых структурах. Хотя танковая мина 57-го года выпуска. Ближе к вечеру в полицию Темиртау поступило сообщение. Бульдозерист рассказал, что вырыл мину. Тяжелой техникой выравнивали грунт в районе кладбища. На место были срочно вызваны пожарные, сотрудники городского управления ПЧС, департамента обороны, органов внутренних дел. Оцепили территорию, вызвали саперную группу из Краганинской воинской части 31-775. Они изъяли противотанковую мину и увезли, чтобы утилизировать на полигоне. По словам спасателей, теперь продолжат поиски. Может, мина была не единственной. При первом осмотре ничего не обнаружили. Как попала мина на кладбище, неизвестно. Разбираться будут, но там следы коррозии, мина без взрывателя, следы коррозии, мина сама, ну, помятая, старая, будем говорить, там сейчас невозможно определить, она учебная или боевая, поэтому заберут, там на месте определятся. Напомним, в Темиртау в прошлом году уже было найдено 76 противотанковых мин. Их обнаружили при строительстве насосной станции. Тогда была информация, что мины остались со времен СССР, когда на том же месте располагалась воинская часть. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, Артем Ковалев, 5 канал.